Персональная выставка работ петербургской художницы Галины Вишневецкой открыта в библиотеке «Алта» в Выборге. В лекционном зале представлены несколько десятков картин, выполненных в разных техниках. Масло на холсте, акварель, графика. Большинство из них были написаны мастером в прошлом году. Галина Вишневецкая 4 месяца путешествовала по миру и работала, вдохновленная природой и местным колоритом. Художница побывала в Австралии, Италии, Беларуси и Украине. Посетила Грецию, Турцию и Грузию. Уже вернувшись в Россию, проехала вдоль Волги до родной северной столицы. 15 тысяч километров за рулем с мольбертом и красками были пройдены не зря. Вот это все состояние такого движения, перемещения и того, как люди живут где-то в других уголках нашей планеты, Земли. В одной стране такие характеры, в другой стране другие. У меня даже есть серия работ, называется «Разные страны, разные характеры», которую я как раз написала вот этим летом. Больше всего, может быть, мне нравится в Турции и именно область Каппадокия. То есть она очень необычная, необычные ландшафты. Такие скалистые, какие-то даже инопланетные. Полученные в ходе поездки впечатления нашли отражение в книге «История моего путешествия». Несколько экземпляров Галина Вишневецкая передала в фонд библиотеки «Алта». Прочитав книгу, каждый сможет отправиться вместе с автором на встречу приключениям и узнать, как живут люди в других уголках планеты. У гостей вернисажа была возможность не только познакомиться с работами художницы, но и оценить ее первый театральный опыт. Спектакль «Мечта», поставленный по авторскому сценарию Вишневецкой, показала труппа молодежного театра. В прошлом году в рамках акции «Библионочь» выборгская публика уже видела эту постановку в исполнении петербургских артистов. На этот раз на призыв автора откликнулся режиссер Григорий Логвинюк и выборгские актеры. У каждого человека есть какая-то мечта. У кого-то в детстве была мечта, кто-то мечтает сейчас уже. Насколько вот люди, они верят в свою мечту, насколько они идут к ее свету, к ее воплощению. И мне хочется, чтобы каждый зритель, он задумался, а есть ли у него мечта, а какая она? И воплощается ли она в его жизни, радует ли она, получает ли он счастье от этой жизни? Вот такой посыл. Выставка картин Галины Вишневецкой будет работать в библиотеке Алвара Алта до конца февраля. Посетить экспозицию можно ежедневно, кроме воскресенья.